Около 600 выпускников Черкесска приняли участие в торжественном мероприятии, которым завершилась их школьная пора. О красочном представлении в парке «Зеленый остров» расскажет корреспондент Артур Мхце. Яркие, эрудированные, лучшие. Такими каждый год запоминаются педагогам и родителям выпускники школ. Не исключение и те, кто завершил обучение в 2024-м. Для почти 600 одиннадцатиклассников Черкесска в парке «Зеленый остров» был организован выпускной бал. С несколькими ребятами нам удалось пообщаться на подступах к городскому оазису. Чем запомнится школьная пора вот вам? Веселыми учителями, уроками очень интересными. В первую очередь это одноклассники, по которым я буду очень скучать. Ну и сама школа. Очень крутое время. Очень много друзей новых, знакомых новых. В целом очень хорошо провел время. В принципе. Не жалко, что эта пора заканчивается? Не, ну в любом случае жалко, потому что начинается взрослая жизнь. Уже не будет таких беззаботных моментов, как сейчас. Далее было дефиле выпускников к амфитеатру. Красочное шествие под музыкальное сопровождение, флешмоб и отправленные воздушное плавание звездные шары. Такое начало представления никого не оставило равнодушным. Отпуская шары в небосвод, синий-синий, мы за ними летим, словно вслед за мечтой. Мы надежда, мы светлое завтра России. Навсегда мы прощаемся, детство с тобой. В этот вечер именно выпускники были главными героями и самыми важными зрителями праздничного представления. Для них звучали поздравления, напутственные слова от руководителей республики и региональной столицы, преподавателей и юных школьников. Позвольте мне от имени главы Карачаево-Черкесской республики Рашида Бориспеевича Темрезова поздравить вас с прохождением самого важного, главного жизненного пути. Отдельно хотелось бы поздравить тех, кто прошел этот путь блестяще и получил золотые медали. За этим успехом лежит ваш труд и ваше упорство. Ну а затем торжественная часть бала плавно перетекла в концертную стадию. Перед молодежью выступали популярные эстрадные исполнители, песни которых знакомы подавляющему большинству находившихся на трибунах людей. На этих молодых, пока еще беззаботных лицах можно было прочитать всю гамму эмоций. Радость от завершения важного этапа жизни и в то же время грусть из-за расставания с наставниками и одноклассниками. Впрочем, выпускной бал – это праздник, и на нем главные виновники торжества должны быть счастливыми. Впереди их ждет временами, возможно, сложная, но очень интересная дорога по жизни. Артур Мхце, Мухаммед Ташибоков, Вести, Карачаево-Черкесия.